Центр. Сегодня у нас видеообзоре набор автомобильного инструмента от компании Top Tool GCAI-2411. Набор на 24 инструмента. Top Tool набор профессионального класса с массой положительных отзывов. Производится данный инструмент на острове Тайвань. Имеет пожизненную гарантию. Данный набор поставляется в упаковке из картона. С обратной стороны комплектация. Также указывается, что этот набор есть комплектация с шестигранными головками. У нас сегодня в видеообзоре. И есть такой же с 12-гранными. С 12-гранным профилем головок. Так, трещотка. Трещотка 36 зубьев. Квадрат 1/2 дюйма. Разборная. Есть ремкомплект к трещоткам Top Tool. То есть можно заменить. Реверс справа-влево, переключение, быстрый сброс, фиксация головки. Рукоятка полностью металлическая, с насечкой для того, чтобы рука не скользила. Весь инструмент Top Tool имеет маркировку, то есть имеет свой код. Я постоянно в видео об этом рассказываю. По этому коду в каталоге Top Tool вы можете найти трещотку или другую единицу инструмента, которая представлена в наборе. Вот так выглядит каталог Top Tool. Это обозначает то, что у вас инструмент оригинальный. Длина трещотки составляет 255 мм. 36 зубьев. Вороток шарнирный. Длина 355 мм. Также рукоятка с насечкой. Это вот представительный квадрат. Тоже заменяемый. Есть ремкомплекты на воротки. Далее вороток Т-образный в наборе еще. Длина 300 мм. Два удлинителя. 250 мм и 125. Кардан. Кардан скреплен не металлическими вставками, не шурупами, а здесь он просто проклепан заклепками. И набор головок. Общее количество 18 штук. Квадрат 1/2 дюйма. Размеры головок 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 и 32, самая большая. Вес головки 32 мм, составляет 216 грамм. Инструмент полностью глянцевый, за исключением воротка и трещотки. Надпись 32 мм, логотип Top Tool и код по каталогу. Головки... Когда новые вы покупаете инструмент Top Tool, то они идут немного в масле. То есть нужно будет вытереть. Кейс цельнолитой, без зависы, то есть отлит, цельная конструкция. Запирание на пластиковые защелки горизонтально. Материал изготовления инструмента – хром-ванадиевая сталь. Так, кейс у нас, ширина кейса 38, длина 28, высота 7 и вес 5,5 килограмма. Вот такой вот небольшой набор для автомобиля. Спасибо за просмотр нашего видеообзора, подписывайтесь на канал и получайте хорошие скидки при заказе с сайта. Спасибо.